Наручные часы Casio, модель AEQ 110W1AVDF. Так, такие часы, похожи на G-Shock. Так, сборка Китай написана на крышечке данной модели. Так, из функций, что здесь есть у нас? Отображается время в формате 24 часа или 12. Отображается дата и день недели. Также в них есть телефонная книжка на 30 номеров. Мировое время. Можно часовые пояса менять. Так, 3 будильника. Ежечасовой сигнал, будильники с автоповтором, таймер обратного отчета, секундомер. И это режим для настройки аналогового времени, стрелочного. Так, теперь о настройке. Чтобы настроить, удерживаем. Да, кстати, забыл сказать, подсветки в этих часах нет. Есть только покрытие нанесено на стрелки, которое светится в темноте. Так, чтобы настроить часы, удерживаем кнопочку Adjust до звукового сигнала и кнопками Mode выбираем режимы. Так, переход на зимнее-летнее время включим. Так, время у нас сейчас. Удобно, что можно вперед-назад перелистывать, чтобы по кругу не листать. Так, 12.44, год 16, дата. Все, после того, как все настроено, опять кнопка Adjust вернет нас в режим текущего времени. Так, чтобы настроить аналоговое время, то есть стрелки, заходим в режим HS. Удерживаем опять кнопочку Adjust. И нижней кнопкой мы можем крутить стрелку часовую. Если далеко мотать, то удерживаем две кнопки вот этих. И стрелка будет вращаться сама. И потом останется только уже выставить точно. Вот сейчас у нас 12.44. Уже 12.45. Все, время настроено. Опять кнопка Adjust, и мы в режиме текущего времени. Такая модель. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео. Всем приятных покупок!